Вратарь – та позиция в хоккейной команде, для развития которой одних тренировок мало. Ошибка голкипера всегда результативна, причем в пользу соперника. Для подкрепления теоретической базы семинар для своих коллег провел известный тюменский специалист из КХЛ Константин Власов. У нас молодая группа тренеров из Тюмени. Ребята, кто работал раньше со мной как вратарь, сейчас уже тренера стали, как Игорь Устинский, да, Ян Сенкевич. Очень важно общение, коммуникация, такое создается общество, где люди приезжают и делят своим опытом. Вратарь – это не только специфические умения на площадке, даже разминка у него должна быть особенной и обязательно правильной. Нам такое раньше ни в учебниках не рассказывали, не показывали, мы это не знали, и вот в этом и есть, наверное, уникальность. Насколько занятия были полезными и уникальными, и насколько успешно усвоенными, узнаем осенью, когда настанет время нового хоккейного сезона.